Здравствуйте, вы смотрите телеканал Десна ТВ, в эфире программа «День за днем». В сегодняшнем выпуске. Очередное заседание административной комиссии. Эти материалы административная комиссия присылают жители города, которые возмущены нарушением правил благоустройства, нарушением тишины и спокойствия, нарушением правил торговли и так далее. Сами жители. Профилактическая акция ДПС. При подъезде к пешеходному переходу обязательно снизьте скорость, особенно в такие погодные условия, как сейчас. Под председательством Владимира Исаева 18 августа прошло очередное заседание административной комиссии. Несмотря на регулярность проведения таких собраний и назначаемые штрафы, нарушителей в Десногорске меньше не становится. Было вынесено 15 протоколов. 4 протокола по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории Смоленской области» и 11 протоколов по статье 17.4 «Невыполнение требований, установленных правилами благоустройства». Парковка автомобилем в неположенном месте – новая шалость горожан, которая не только усложняет жизнь пешеходам и портит газоны, но и наказывается рублем. По 9 протоколам выписаны штрафы по 3000 рублей, по 2 дело прекращено. При этом, со слов Владимира Исаева, фиксацию таких нарушений проводят сами горожане. Эти материалы административная комиссия присылают жители города, которые возмущены нарушением правил благоустройства, нарушением тишины и спокойствия, нарушением правил торговли и так далее. Сами жители. Также жители недовольны громкой музыкой соседей в ночное время. По статье «Нарушение тишины и спокойствия» назначены 3 штрафа по 1000 рублей, а по 1 протоколу – предупреждение. Инспекторы ДПС проводят профилактическую акцию «Пешеход». Мероприятие направлено на то, чтобы дисциплинировать водителей, которые часто не пропускают пешеходов. А это может стать причиной не только дорожного конфликта, но и аварии. Перед пешеходными переходами, соответственно, притормаживаем, снижаем скорость, погодные условия у нас. Сами видите, какие. За 2020 год одним из основных видов аварий с погибшими и пострадавшими продолжает оставаться наезд на пешехода. Причинами таких ДТП становится несоблюдение правил движения как пешеходами, так и водителями. При подъезде к пешеходному переходу обязательно снизьте скорость, особенно в такие погодные условия, как сейчас, так как сцепление с дорогой у нас пониженное. Соответственно, в ночное время суток будьте внимательнее. Акция «Пешеход» проходит на территории Смоленской области с 17 по 22 августа. В конце выпуска о погоде. 20 августа в Десногорске ожидается дождь. Температура днем плюс 17, ночью плюс 13. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.